Долго думаете, что надеть? Не думайте, выбирайте классику. Существуют такие цвета, которые годами, десятилетиями не выходят из моды. Сегодня речь пойдет о сочетании белого и черного. Древние люди считали белый цвет основой жизни, символизирующим свет, чистоту и совершенство, показатель престижа. Черные считают одним из главных цветов в мире моды. Это объясняется универсальностью и возможностью сочетаться с другими оттенками. Большой плюс черного и белого в гардеробе в их универсальности. Подходит в любом возрасте и по любому случаю. Стиль черно-белый еще называется монохромным. Черный в повседневной жизни выглядит строго и практично, но черный в вечернем образе выглядит роскошно и элегантно. Черно-белую классику использовали в этом году многие дизайнеры, доказав в очередной раз, такое сочетание может быть не только эффектным, но и элегантным в повседневных и вечерних нарядах. Образ, который выглядит на миллион, это трендовая юбка-баллон, которая вскружила голову абсолютно всем модницам в этом сезоне. И абсолютно беспроигрышный вариант твидового жакета. Мне кажется, вместе они идеальная парочка. Не забываем дополнять образ акцентными украшениями в виде чокера, небольшой сумочкой-клатчем и туфлями-лодочками. Второй образ, напротив, свободный, демократичный. В нем так удобно отправиться на шопинг и тратить деньги мужа. Дополняем образ акцентными украшениями в виде сережек, большой сумкой-шопером и парой удобной обуви. Чтобы подружить эти два контрастных цвета и выглядеть гармонично, запомните правило: один из цветов должен преобладать. Значит, одного оттенка должно быть больше другого. Как правило, в гардеробе каждой девушки есть почти все для создания стильного образа в цветовой гамме белый плюс черный. Рубашки, черные юбки, жакеты, пиджаки, водолазки. Остается только одно – включить фантазию, собрать стильный образ и отправиться по своим делам. И, конечно же, не забываем об аксессуарах, ведь они, как специи в блюде, подают образ всегда вкусно.